Вот так у доски порой рождаются новые научные идеи. Идет семинар по методам вычислительной и прикладной математики, которым руководит академик Гурий Иванович Марчук, видный ученый в этой области современных знаний. Семинар получил широкую известность. В нем принимают участие ученые Москвы, Ленинграда, Киева, других городов и в первую очередь многочисленные ученики Гурия Ивановича. Им подготовлено уже 37 докторов и кандидатов наук. Актуальность. Так, одним словом, можно определить научные интересы Гурия Ивановича Марчука. Это атомная энергетика, физика атмосферы и океана, математическое моделирование. Им написано около 200 научных статей, монографий, учебников. Некоторые переведены на английский, французский, немецкий языки и изданы за рубежом. Академик Марчук является организатором и бессменным директором вычислительного центра Сибирского отделения Академии наук СССР, где наряду с фундаментальными проблемами науки решаются и важные народохозяйственные задачи. Коллектив центра и выдвинул Гурия Ивановича Марчука кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. А жители Новосибирска знают его и как активного депутата Верховного Совета Российской Федерации, много сделавшего для дальнейшего улучшения благоустройства и создания лучших жилищных условий трудящихся Советского и Первомайского районов города Наби. Марчук принимал активное участие в формировании комплексной научной программы «Сибирь». Мы засняли момент, когда президиум сибирского отделения обсуждал первые результаты осуществления этой программы, направленной на ускоренное освоение природных ресурсов обширного края.